Сегодня в Подмосковье на самом большом в России автодроме Москва стартовал российский этап «Формулы студент» – крупнейшего международного соревнования среди студенческих конструкторских бюро. Ежегодно в студенческой «Формуле» принимают участие сотни команд со всего мира, и желающих становится все больше. В России первым вузом-участником «Формулы студент» стал столичный МАДИ, ну а вслед за ним подтянулись студенческие команды из других городов. В первом в истории российском этапе «Формулы» примут участие 22 команды, в том числе и студенты Набережно-Челнинского института КФУ. Мы подготовили 3D-проект, модель гоночного болида, и разработали техническую документацию на этот автомобиль. Это стоимостной отчет. Это две дисциплины, по которым мы будем выступать. Но еще третья дисциплина есть. Это мы подготовили бизнес-план. Впечатление самое положительное, все-таки сама атмосфера такая в автоспорте. Участвует много команд. Приехали с различными проектами интересными. Все знакомятся между собой, перенимают опыт. Основной идеей «Формулы студент» является не только скорость. Помимо традиционных гонок, команды проходят испытания свежепостроенных болидов на экономичность, экологичность, дизайн, безопасность и уникальность конструкторских решений. Единственным ограничением при конструировании автомобиля является диаметр ограничительной шайбы на впуске двигателя, поэтому все машины не похожи друг на друга и имеют свои неповторимые формы и конструкции. Посмотреть здесь есть на что. Ребят из Автограда ждет серьезная конкуренция. Свои проекты болидов на Москву привезут команды из Екатеринбурга, Тольятти, Питера, а также Германии, Венгрии и даже Египта. Но то, что болид студентов КФУ проедет по автодрому Москва, уже огромный успех. Александр Александров, Юниор Ньюс.